Ребята, всем добрый день. Сегодня поговорим о колпачке магнетрона. Мне подписчики пишут иногда, спрашивают или умничают, можно так сказать, по поводу отверстий в колпачке. Якобы каждый вот этот ромбик имеет значение очень большое. Там, не знаю, облучает пищу квадратиками, ромбиками, треугольниками. На, вот смотрите, это с LG с дырочкой ровной. Вот, вот мелкий ромбик, этот покрупнее. Что у нас еще, где у нас есть вот такой вот колпачок магнетрона, конусный. Так, что еще дальше мы сейчас смотрим. Так. Ну да ладно. Так, с чего начнем, ребят? Магнетрон — это передатчик, понимаете? У него нету там, он не будет, как вам объяснить, он не будет через вот эту вот штуку каким-то образом облучать. Он стоит в микроволновке, но камера идет вот так вниз. Правильно же, ребят? И это все сфокусировано именно вот сюда, на пищу. Посмотрите, некоторые эксперименты делали, кто там криосан или кто, они банку одевали, чтобы сфокусировать эту энергию. Вот, видите, колпачок магнетрона прогорел. Что, ему ромбик помог? Нифига ему ромбик не помог. Правильно же? Он защищает, ребят, вот эту штуку. Вот эта сама лампа, здесь внутри вакуум. Вакуум отсосали и зажали вот эту трубочку, видите? Я думаю, что понятно должно быть. Вот. Чтобы здесь вот этот наконечник не разогревался, одевает вот такой металлический колпачок. Чтоб не получилось вот так вот. Видите? Когда начинает жир, всякая фигня пробивает краску или включаете без пищи, он может пробить на корпус. И вот такое вот происходит. Скорее всего, разогрелся колпачок вот здесь вот, и уже пробило, короче говоря. Здесь стоит изолятор. Понятно, да? Так что я не знаю, ребят, каким образом вот эта штука может влиять. Я не знаю даже расчеты никакие. Что может вот эта дырочка повлиять? Даже вот этот конус, ребят. Конус сделан у... сказать вам, у колпачка вот это Самсунга, он делается меньше просто. Вот, допустим, ребят, вот радиотелефон достал на улице, блин, на улице холодно, мокро еще, радиотелефон валяется у меня, да, вот антенна излучательная, которую мы включаем, разговариваем, да, понятно, да, вот раньше они были. Одеваем колпачок. Что-то изменится от этого. Или из-за этой дырочки будет другое облучение. Или через эту дырочку, ну не знаю, расстояние больше будет. Или что? Что произойдет? Или волны ромбиком пойдут? Кто знает, как он излучает? Хоть магнетрон, хоть этот. Давайте я нарисую антенну. Рисуем антенну. И волны идут вот так. Правильно же распространяются. Если мы это все фокусируем в камере, допустим, магнетрон, да, колпачок магнетрона. Вот он. И вот эта камера у нас получается, да. Отсюда ничего не проходит, потому что закрыто, закручивается магнетрон. Здесь стоит изолятор у нас. И вот здесь дырка у нас. Под камеру разогревать пищу, да? Вот стакан с водой, допустим. Здесь у нас тоже все закрыто. Не видно, вот это вот все закрыто, камера. Все, он начинает излучать, и он только отсюда вот сюда излучает. Новободные колпачки, ребят, пошли только лет 5 назад. Раньше все были вот такие. Чуть больше, чуть меньше отверстия.
А вот эти новомодники, вот это старые образцы, они начинают людей сбивать с толку, начинают доказывать там что-то, треугольное излучение. Ну не знаю, какое там излучение еще. Вот я и говорю, радиотелефон, да? Что можно сделать? Можно укоротить антенну, можно добавить антенну. Но то, что вы оденете колпачок ромбиком, ничего не решит. Никакого излучения квадратного или ромбического не будет. Так же, как машина, да, ребят? Суть какая у машины? Автомобиля даже, допустим, взять. С точки А доехать до точки Б. Да? Хоть машина за миллион будет, она довезет. Хоть машина, там, девятка за 50 тысяч, да? Тоже довезет с точки А до точки Б. Какая разница? Какая разница в этих ромбиках? Вот я вот не знаю, ребят. Вот так вот мне пишут люди, умничают, я даже не понимаю. Ладно, в комментариях можете написать, что вы думаете об этом. Все, всем спасибо. Всем удачи, всем пока.